После той поездки с парнями Сальери сосалось уже по-другому. Эй, ты, Баффер, ты работаешь или дрочишь? Работаю, мэм. И поаккуратнее. Я всегда лежу аккуратно. Редкость для баффелиста. Черт, про что там в городе продается пицца? Ага. А кто пицца? А бухой. Уж это точно. Бухой. Эй, у моего двоюродного брата кошачий лоток за углом. Как-нибудь зайду. Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Нет. А ну иди сюда. Отведай-ка силушки богатырской! Чугунное рыло! Зря ты помог гравюрам Сальери! Козлы! Он сказал ждать его в три. Сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мой кофе здорово размололи. Я дам тебе большую сумму. Как раз хватит на починку. Большое спасибо, сэр, но денег, мол, мне не нужно. Но я хочу посолить. Ну, так и вот. Никогда. Это ясно? Да, мистер Сальери. Я хочу добраться до машин, разбивших уродов. Я хочу добраться до маш-маш разливших уродов. Ты слышишь, Фрэнк? Да. Слышишь, Фрэнк? Чего ты орешь? Я бизнесмен. На моей территории растет морковка. На моей территории все борчат поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. У бары Морелло есть парковка. Разнеси пару тачек, честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я подведу. Томми, вернешься? Обсудим долги.